Дайте мне подругу в костюме Алисы. У меня есть одна подруга. Ее зовут Алиса. Точнее, так ее я назвал. И почему же она странная? Ну, она одевается в костюм рыжей лисы. Всем привет, ребята, с вами Кикаспей. Сегодня играем в игру, продолжаем играть в игру Зеттик. Сегодня пойдем по ветке отказа. Крутный факт, там с глазами, он улыбается. Тут отказываемся, он не улыбается. Отказываемся, нет. Интересно, тут глава в другом будет или все то же самое? Ладно, если что, будем... Если что, будем осматриваться. Выбор. Тебе. Ладно, отказаться. Начинаем вторую ветку. Мы отказываемся. От этой главы до всех восьмых главых это будет очень долго. Давайте попробуем. Погнали. Отказываемся. Ну чё ты там, Тоха? Идите нахуй. Думай быстрее, а то мы копыта на морозе откинем, пока ты в облаках летает. Это было скузы. Я наконец-то не трус, но прогуль скулу не замерен. Не хуйся, лес не раз расстраивать маму. Да вряд ли это приключение безобидное. Извините, ребята, но я вынужден отказаться. Не хочется прогуливать школу, вы уж простите. И что это значит? Так дела не делаются, Тосок. Делаются, ты пытался, не знаю. Закрывать нужно. Я пытался хоть что-то какое... Я хотел хоть какое-то придумать оправдание, но полицейский Кибяс и понял, что им не больше недовольны моим ответом. Для на них я больше не хотел ничего начинать ощущать тебя в том самом положении, в котором оказался пару дней назад. Ромка вздохнул, по полной груди и взял кулаки. Бяшка прав. Так дела пацаны не делают. Не делают. Типа это был Слиблиза. Все, они мне босс не друзья. Предательская лас. То есть дрозд разбилась по моему телу, будто меня окалили ледяной водой. Главное не смотреть в глаза, главное не смотреть в глаза. Ущёпно. Утекнёна. Чё ты мне сделаешь? Вот чё ты мне сделаешь? Мы же все это ради общего блага, Антоха. Мы вы бригада, ёпт. И? Это команда Вольтрона прямо. Командно. Или ты, Антошка, не согласен с нами? Хорошо подумано. Песок схалял безумную улыбку, присюрив и без того узкие глаза. Рома заехидно улыбнулся, сверля взглядом переносицу очков. Ветер свистел, наклеился обстановку, так чтобы хотел услышать мои крики и боли, насладиться ими. Согласен, ну просто... Ну, раз согласен, то нахера время тянуть? Быра собрался бы, да и пошел на! Извините, но мне правда в школу надо. Я и так опоздал. Слыхал, Ромыч? Слыхал. Отпустим Тосыча, как думаешь? Отпустим. Но за свой базар гнилой. Ему придется выучить урок. Подсознание выпилило гримаса, будила... кричал, рыдал, умолял меня убежать от них. Но ведь не могу. Догонят, а побьют. А, это было в Зеттике. Ну все, Петр Антонов. Подставляй, срачельник. Я закрыл глаза и прикрыл лицо руками, надеясь смягчить удар. Страх усилился, заставляя сердцем биться быстрее. Чё? Отдая удара, я понял, что в словах беса что-то не так. Петр Антонов. Фу ты, бля, опять все испортил. Догадался, что это, наверное, глупый розыгрыш, я с паской подошел ближе. Чё не так-то? Я тебе пидор какой-нибудь, чтобы передо мной срачельник подставлять. Нет, просто я имел в виду... Бля, молчи лучше. Беса все испортил. Но, бля, заходными ребятами я понял, что это точно было шоу. И как обычно, сузерт у нас месок. Что происходит вообще? Тебя провели. Этот балбес, все бы получилось. Ладно, Тоха, забей. Разыграть тебя хотели, как видишь. Неудачно. Не, пиздец. Они реально хотели пойти на дело. Он понял, что нахуй нам это надо, и все. Все как удачно. А я забыл, хотел принять удар, если бы не прилетел обед, конечно, слова. Скажу честно, у вас получилось.
С облегчением выдохнув, я расслабил грудную клетку. Ну, видишь, Румыть, ничего я не испортил. Зря ты, братан, отказался. Но дело твое. Топай в школу, если так важно. Только не пожалей об этом потом. Увидимся, на. Только не злитесь, блядь. Обрибаса усли, словно оставив меня одного, Или их ребятство серьезно пугало меня. Интересно, в какое дело они меня хотели впутать? Тебе оно не понравится, в конце Беску убили. Нет, то есть я им благодарен за помощь Семеном, но по правду мне у них ходить не хочу. Чем, типа, на поводу не ходить не хочу. Вот, вот, допустим. Обдумав предоставиться, я понял, что уже сильно опаздываю в школу. Надо торопиться. То есть не будете то же самое с Тускатикой. То есть так же будет разговаривать и бла-бла-бла. Я все помню, да. Курзный факт, больше с не... Вот он, долбоёб! Вот он, сука, урод, который, сука, меня хотел на зерт упустить. Урод ёбаный. Все это удаляем нахер. Там ведь это мешает. Но игра как-то плохо играется. Да вроде нормально. Вот Снежинкина. Малю, в принципе, идут. Хер знает. Чё-то такое, погнали. А будто скол. Ну. Чё такое-то, блядь? Понятно. Сохраняемся. Что-то случилось не так. Ну. А вот. Очередной раз, приходя сюда, я испытывал одни и те же чувства. Уныние и безысходность. Правда, только отсутствие Семёна и уверенность в том, что не получится очередной случайный подзатыльник или плевок в тетрадку. Плевок в тетрадку тут за перебор. Это долбоёб, который меня, сука, хотел для своего зайца пустить, блядь. Я тебя запомнила, блядь. Все равно ты сдохнешь. Я с кола я снял верхнюю одежду, повесил ее на крючок. Что самое стоит, придется, я поднялся наверх. Я вдруг от разрения окна увидел свой усталый, измученный вид. Как все-таки сложно сосредоточиться на учебе, когда с одной стороны тебя донимают хулиганы, а с другой дети в масках животных. На, пока ничего не знает. А вот и нужный кабинет. В груди волнение сплетало со страхом, вплетая в паутины, опутав легкие места, не сделать нормальный зубой вдох. А может пойти домой? Ладно, хорошо, я готов. Моего тут не... А, вот он постучался здесь. Здравствуйте, можно вас... Где шлялся, Петров? Не дав что-то сказать, я полипал, но тут задала резкий вопрос. Извините за опоздание. Я проспал. В следующий раз разговорами не отделаешься. Быстро садись и доставай учебники. Сказал, заболела. Тип на парту я зачистил рюкзак учебник литературы. Глаза то и дело норовили посмотреть на Полину. Смогу ли я подойти к ней после уроков? Надеюсь, у меня хватит смелости. Тут же не будет происходить. Тут не будет происходить любовный треугольник. Петров, раз опоздал, будешь отвечать на вопросы. Блин. Надеюсь, это за не викторина какая-то. Мысль о прекрасном резко отрубила классная руководительница. Ее слова, словно клес, не хватили меня и поставили перед всем классом. Да, хорошо. Батутарс был такой. Я прочитаю тебе эпиграф. А ты назовешь произведение, которому он принадлежит. Случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться, за дело просто взяться. Либо программа этой школы слишком отстала, либо я умен не по годам. Это басня. Называется Ларчик. Что ты тут знаешь? Назови автора басни.
и в каком году она была написана. На куй? Черт, нужно школьникам вот это говнище запоминать, я просто не понимаю. Как мне в жизни, вот сейчас я уже выросла, как мне помог, как мне вот этот вот год, блядь, этот ёбаный бас не поможет, сука, в жизни. Это ведь любой знает. Басню написал Крылов в 1807 году. Да просто тут протон очень умный. Ля, по-моему, удивленно посмотрел на меня и сделала какие-то пометки в журнале. После чего снова обратился. Пятерку ты заработал, Петров. Ей! Зато опоздание не увидит. Но за опоздание ставлю 4. Фу, слава богу, стоя не отметку в дневник. Стоа? Это за несправедливо. Справедливо. Справедливо, поверь мне. Тесная пятерка. Есть возражения, Петров? Нет, нет. Ладно, с ней спорить не бесполезно. Так это тройки опущусь. Нет, Лилия Павловна. Обидно ответил я и сел, прислонив руку к лицу. Из головы никак не выходили предложения от Ромы. Много ли опустил? Немного, там всего лишь была одна бумажка. Рома ведь говорил о том, что это ради общего блага. Ага, чтоб потом Бяск погиб. Никакое не такое самое хорошее общее благо, блядь. Хоть и трудно в это поверить. Хотя они потом спасут Катьку. Блядь, пиздец, короче, я не спасу Катю, она помрет. Ну, круто. Может быть, я бы хотел показать себя храбрецом? Ну, ты показал, ты превратился бы в ебучего зайца, который, блядь, просто... убивал бы всех на своем сагу и, блядь, превратился в ебаного психопата. Я сама видела. Ты не доказывал. Я видела, как ты, блядь, вырубил полицейского. Я видел, как ты в маньяк там превратился. Полина бы осталась, пока мне относиться. Девочкам нравятся плохие парни. Но ты не такой. Точно не Полине. Она другая. Не такая, как остальные девочки. Она... родственная душа. Я так знал, что могу обсудить с ней почти любую тему. Интересно. Темно увлекается. Помимо игры на скрипке. Перебегая на этот вопрос для разговора с ней. Она любит музыку, если что. Любит и мечтает поехать в Москву. Это те спойлеры, если что. Хорошо, Авдеева. Но пока ставлю точку в журнал. Если принесешь домашнюю работу вечером, выставлю 5. Лепал наглядел на класс и что-то снова отметил в журнале. Так, дети, сегодня ответы более-менее. Хоть четвертные будет за что выставлять. Звенел звонок. Готовьтесь к следующему предмету. Урок окончен. Лепал открыл другую страницу журнала и начал что-то писать. Повезло, что я присол под конец урока. Думаю, я не успел даже перекусить перед уходом. Пойду попью воды, что ли. Чтобы живот не так сильно урчал. Знакомое чувство. Уже находясь в коридоре, я услышал быстрые соки, доносясь из класса. Антон, постой! Это Полина. И был невероятно рад увидеть ее. Правда. Первый ко мне подошла она. Снова. Привет. А я не помешала тебе? Нет. Так, блин, во всем будет помешать. Нет, все хорошо. А, она... Я ничем не занят сейчас. Надо, она... Я не знаю, что сейчас делать, но я разревусь за нее. Это я точно помню. Просто ты выходил из класса такой задумчивый и серьезный. Ну, я и подумала, что ты размышляешь. Я всегда такая. О чем-то важном. Я всегда такая. Да нет, все нормально. Я тут узнать хотела. Чё? Это правда, что на тебя напали в лесу? Подсказаться крайне неожиданным. Я думал, что об этом никто не знает. Хотя... На что надеялся? Поселок маленький, слухи быстро распространяются. Не желая собой вдаваться в подробности, я отвел глаза в стороны и отмахнулся. Да, но ничего такого. Вот, видишь... Даже синяков нет. Ох, Антош, надо было тебе идти со мной. В секунду мне вдруг стало каким-то неловко за то, что в школьный день я бросил Полину одну. Полин, ты извини, что я тогда ушел, ничего не сказав. Я просто вспомнил, что мама попросила быстрее вернуться домой.
Ну это чистая правда, кстати. Ничего страшного. Я не обижаюсь. Да, это уже другая ветка, кстати, послала. Совершенно другая. Полин попросила волосы и внимательно поправила волосы. И внимательно сменила меня взглядом. Смирила меня. Сменила, блин. Мне так нравится, когда ты погружаешься в свои мысли. Ты будто ходячая книга. Не пойми неправильно. Понимаю правильно. Ходячая книга? Это как? Ну... Ты видишь мир не так, как все остальные. Да, это было вроде, я помню. Как связано с книгой. По твоему взгляду видно, что ты даже в обычной партии сможешь найти что-то особенное. Вот дай тебе чистый белый листок. Я просто уверена, что ты сможешь по этому листочку написать огромное интересное сочинение. Будто ты пересказываешь кому-то свои мысли, переживания, чувства. Будто кто-то читает тебя, как книгу. Мурашки побежали по телу. Как я могу пересказывать кому-то свои мысли, не принося при этом ни слова? А вот о чем ты сейчас думаешь? Хуй знает. Я сама его до сих пор не понимаю, хотя уже 32-й ролик с ним записываю. Баранки гну. Тесно говорить, тесно ответить не хотелось. Надо что-то придумать. Я вчера ужастик смотрел, там спутница главного героя умерла. Жалко ее было. Пожалуйста, только не спрашивай название, только не спрашивай название. Ты смотришь фильмы ужасов? Она нет, а? В взгляде Полины появилось ясное удивление. Ну да, посматриваю иногда. А что? Мне интересно. Ура! Я нашла человека, которому тоже нравятся такие фильмы. А, вот про что они говорили. Узнать ее фильм. Идет не поперхнулся. Полина любит ужастики. Многие боятся их смотреть. Но меня, если честно, они успокаивают. Охереть. То есть у нас тут две любовные линии. То есть в одной ветке Катька, в другой уже Полина. Вот это ебать как интересно. Полина успокаивает страдания людей? А по тебе и не скажешь. У каждого человека есть свои секретики. Не сдав такого от Полины, я сам не заметил, как сделал небольшой шаг назад. Ты мой секрет знаешь. Да, теперь знаю. Рассказывай теперь свой. Чего? Мое удивление медленно перебросило в тревогу. Ай, я став очки, я сделала вид, что протирая их, не думая, то чтобы ответить. Иногда моя непоколебимая уверенность и претензия на свое общение сменилась непонятным чувством опасности. В Полине не было ничего угрожающего. Но вот ее слова дали повод вспомнить ночной кошмар. Все еще не давая, надевая очки, я взглянул на Полину. Это лицо. Не стесняйся, об этом никто не узнает. Какие секреты у меня? Я смотрю мультик с сестрой, и у меня есть подруга в костюме лисы. Ахуе, да вы издеваетесь надо мной. Ладно, дайте не выбирать, возьмем как обычно Алиску. Но потом возьмем мультики. Это да, не повлияете на стой, я так понимаю. Мне кажется, что не повлияете на что. Хотя, может, потом переиграем и посмотрим, на стой это повлияет. Дайте мне подругу в костюме лисы. У меня есть одна подруга. Полина внимательно посмотрела на меня. Она хорошая, но местами странная. Взгляд. Она не этого от меня хотела услышать. Ее зовут Алиса. Точнее, так ее я назвал. И почему же она странная? Ну, она одевается в костюм рыжей лисы. Я даже лица ее не видел. Полина насражилась. На заставочку. Все, она мечтает странным. Антон, это очень,
очень плохой знак. Дедушка рассказывал мне о том, что к людям приходили дети в костюмах животных, после чего те пропадали. До сих пор неизвестно, что дети делают с ними, но одно ясно. Их поглощает лес. Да едят они их. Ты хочешь сказать, что пропавшие дети вместо того, чтобы идти домой, нарядились в костюмы и пошли пугать прохожих? Я старался не... Чё? Хорохоц... Хорохорица? Но вот это чувство называемое страх все сильнее начинало одолевать мной. Да, это может звучать глупо, но советую тебе избегать этих животных. Но Алиса никогда не причиняла мне зла. Она и не должна этого делать. Ее цель — завлечь, привести тебя в лес. А как раз это со мной и случилось. Сейчас заговорит. Ты о чем? Ну да, она меня в той ветке, кстати, предала. Я расскажу тебе, но пообещай, что это останется между нами. Конечно, ты можешь мне доверять. Никто не узнает. Я ушел тогда от тебя не потому, что меня мама попросила. Это была Алиса. Мы встретились, как она выразилась, у повешенного. Так, и что дальше? Ты ее запугаешь, мне кажется. Мы начали играть. Было весело, мы бегали и кидались друг в друга снежками, насчитывая попадания. Потом, незаметно для меня, мы свернули в лес. Алиса пряталась за деревьями, а я ее искал. Но в один момент я нашел не Алису. Хулиганы. Алиса словно ушла, подло сбежала. Они окружили меня и начали избивать. И прямо во время драки я услышал голос леса. Холодный шепот пронизывал, заставлял сопротивляться издевательствам Бабурина. Лес сказал мне, как его звали одноклассники из прошлой школы. Все, ты ее уже точно пугаешь. Там вот такое, да точно, только мне кажется, должен был не говорить. Свинья. Блин, с грустным выражением лица приняла слушать дальше. Ярость и злость овладели мной. Да пиздё, блин, ну тут видно по лицу, он сказал, да ты ебанутый совсем, что ли. Я что-то тебе не это хотела, Антон. Ты псих, походу. Психологически прогуляйся, а я посла. Удачи. Я морально надавил на Сёму, а потом со всей силы ударил его по лицу. На чем ты все это ей рассказываешь, блядь? Ты только с ней знаком. Ты сейчас от нее себя оттолкнешь, и все. А что остальные хулиганы? Вас интересно спросила Полина. Не поверишь, они впряглись за меня. Но не все было так хорошо. Бабурин успел вскочить и сорвать мои очки. Однако Ромка с Бяшкой осадили его и избили лежачего. Рома, это в его стиле. Ты с ним знакома? Да, этот идиот клеится ко мне, как банный лист. А как клеится к Полине? А что? А теперь он это знает. Не хочу я дружить с хулиганами. Запах табака вообще не переношу. В словах Полины про свое тело явно явное отвращение. Она недовольно мотнула головой, но затем снова продолжила говорить своим привычным голосом. Ладно, Антош, скоро урок начнется. Пора заходить в класс. На следующей переменке да расскажешь, хорошо? Да, конечно. Полина улыбнулся и вышла в кабинет. Не узнали, я смогу узнать ее получше. Не зря все-таки я поцелка с Ромкой и Бесой. Такой долгий урок. Следующий урок обещал быть невероятно скучным. Особенно этой много-много о перезаписи в школьной программе. Сев за парту, я достал учебник русского и принялся бесцельно читать страницы. Что-либо переписывать интереса не было. Все мысли были заняты Полиной и унитарной стычкой. Че? Хрен. Реально большая глава. А кто-то позвонил звонок, я сразу выслал из класса с нетерпением, задая продолжение разговора с Полиной. Так, Петров, срочно придумывай темы для разговора. Больше не разговаривай про Алису. Приветик еще раз.
Петров, ты ничего не придумал. Импровизируй. Приветик. Ой, этот урок был таким скучным. Кстати, ты случайно не знаешь, где Рома и его прихвостень? Да, прихвостень. Ты про Бяшу? Да, он мне никогда не нравился. Крутится хвостиком и поддакивает постоянно. А без Ромки ничего сам сделать не может. Ну, кстати, да. Почему Полине интересно, где сейчас Ромка? Я и сам не знаю. Холодно, ответив, я опустил глаза. Да, собственно, потому что она в душе, он ей нравится, когда он за ней... ходит. А зачем они тебе? Просто хотела удостовериться, что сегодня их не увижу. Не, это пиздец. Полина что-то не договаривает. Антош, мне тут помощь нужна. Недалеко прям, в кабинете музыки. Какая? В кабинете музыки? Я за нее умею играть. Какая помощь с моей стороны ей могла понадобиться? Ну, послушайте. Ну так или иначе, имею сейчас право отказаться. Да, давай помогу. Я сказал, имею право отказать. Отлично, пойдем. Реально долгое главище. Все главы, какие будут впереди, очень маленькие. Это еба какая большая. Вот нам сюда. Ничего не конец, но все равно. Полин с легким взмахом руки распахнула дверь и бодро прошла внутрь. Я за чуть менее рисительнее согнул за ней. О. А, во, прикольно. Хотя мне кажется, вот такой доклад так немного изменённый. В этом кабинете, да? Вроде нет. Остановись в дверях, я стал осматриваться. Ага, я здесь впервые. Продолжая изучать стены и портреты, висящие на них, я заметил стертые записи, сделанные на доске. А тяжело запомнить все эти ноты? Достаточно не лениться и не пропускать уроки сольфеджио. Там все предельно просто. А что, хочешь научиться играть на музыкальных инструментах? Нет, это очень сложно. Я вас пыталась. Спросив это, лицо Полины выразилось еще более сверлой улыбкой, что заставило меня задуматься. Умение играть на музыкальных инструменте? Это ведь круто. Особенно на пианино. Мы могли бы вместе с Полиной занять свою музыку. Я бы играл на пианино, а она на скрипке. Вместо занятий мы ездили по разным странам, выступали. Родители нами гордились бы. Было бы неплохо научиться. А какие инструменты тебе нравятся? Да, хер его знает. Пианино. А ты знал, что пианино отлично дополняет скрипку? Тихим и ласковым голосом спросила Полина. Приятные мурашки побежали по всему телу. Вместе они отлично звучат. Ты абсолютно прав, Антоша. Мне нравится, когда она меня так называет. Но меня есть так еще Алиска называет. Это прекрасное сочетание, Полина. Слова сами вырвались из уст. Щеки загорелись, пульс участился, и сама уза душа задала интригующего продолжения. И глаза заставляли дыхание замирать, они словно гипнотизировали, поглощали. Ее ласковый голос... Определенно. Она покраснела. Полина, ты тут? Опа! Пряча под стол. От неожиданной Полины быстро отпрыгнула от меня в сторону. Катя, черт побери! Вот теперь оно ненавидит, вот это правильно. Она в душе меня... Она в душе меня любит, это я точно знаю. С этим изгоем дружбу уводишь? Здорово! Что хочу сказать. Ромочка получше вариант будет. Но выбирать тебе, конечно же. Да и ухаживает он за тобой явно лучше, чем этот очкарик. Ты потом с этим очкариком сдружишься. Ромка ухаживается Полиной? Да знает она все. Она приказала, где Ромочка? Катя, мы просто общались. Полиночка, я не слепая и видела, как вы тут чуть ли не целовались. Как ты это видела? Дверь была закрыта. Роме будет очень неприятно узнать, что его девушка целуется с каким-то неудачником. Так не сказал. Я злобно сжал кулаки. Однако слова Смирновой были настолько запротивны, настолько интересны.
Катя, можешь выйти из кабинета и оставить уже нас в покое? Ах, Полиночка, променяла свою подругу на неудачника. Неудачника, у которого завтра появятся синяки по всему телу. В лучшем случае. Да-да-да. Пизда-пизда. Посмотреть на Полину, я впервые увидел ее разгневанное лицо. Заткнись, жалкая сплетница! Даже так? Ну давай, покажи, на что ты способна, подружка. Она показывает, то не сомневайся. Заставочку мне взяли. Как в старые добрые, давай, давай. Давай. Не злодай, представься, потому что сейчас она может вылиться. Я согнул Катю. Ты слышала, что тебе сказали? Месточевая злоба закипела в моих зылах, будто насмешка над моей... Будто насмехаясь над моей сдерзимостью. Свали! Нахуй! Смелости набрался, я смотрю. С рук тебе это не сойдет, Антоша. Она не врет. Она не врет. Я сказал тебе свалить отсюда, Смирнова! В рутник эти надменные нетерпимые выслы из класса. Перед этим бросив взгляд на Полину. Он был, как всегда, решителен, однако проблески беспокойства говорили об выигранной битве. Жаль, что эта битва начала войны. Ох, Антоша. Мы были слишком грубы с ней. Не думаю, что ласковые слова повлияли бы на нее так же сильно, как грубые. Она за ее подруга. Она ее подруга. Ты этого просто не знаешь. Это я виновата, что она стала такой. На глаза Полины вытопили слезы. Что она имела в виду? Почему? Ладно, неважно. Забудь, Антон. А, я знаю эту историю, Возьми, пожалуйста, вон ту стопку нотных тетрадей, которая лежит на стуле. Ты ради этого хотела меня попросить? Сама не могла это сделать! Да, сейчас. Я поднял руки и небольшую стопку тетрадей. Полина тут же взяла скрипку, лезающую на пианино в углу кабинета. И расстроенные мокрые глаза не давали мне покоя. Надо как-то утешить ее. Что-то удерживало меня. Мисала, подойти к ней. Пойдем. Теперь не подходил уж к ней никогда. Это типа просто пиздец. Не дожидаясь меня, Полина быстро ушла из кабинета. Да что это за тряпка-то? Да не смог ее успокоить. Какой же мне мужчина после этого? Лис мальчик. Это правильно, это правильно. Школьный день был ужасным. Скучные уроки, мерзкая Катя, растропанная Полина. Который не смог отправиться и поддержать свою подругу. Вздохнув, я понял. Пора домой. Не зря я причинил ей боль. Так, сколько у нас тут? Успеем ли мы еще сделать еще один минусик? Давай доиграем эту главу до конца. Моей Полине. Только от одной подобной мысли сердце было готово взорваться в клочья. Почему я так страдаю из-за нее? Почему она единственный человек, который искренне хочет общаться со мной, который понимает меня и готов услышать. Как немедленно дверь открываешь? А, ну за все. Мне надо позвонить ей, срочно. А номер? Я за его не знаю. Почему я так не покойте мой такой неудачник? Катя была права. Я никчемен. А ведь я был так близок к ней. Близок. Ты отличник. Студент в классе музыки терзал из них и никак не хотел выходить из головы. Неужели Полина и вправду дружит с Ромой? Почему она не рассказывала мне об этом раньше? В поисках ответа я стал наворачивать круги по комнате. Возможно, это все Катины бредни, чтобы рассорить нас.
Полина бы не стала дружить с такими хулиганами. Как за это Смирнова достала? Я, конечно, хочу примириться с ней как-нибудь, но вряд ли это возможно. Возможно. Просто слезки параллельно тебе всю правду расскажут. А дальше вот прям все как по маслу пойдет. Ты после сегодняшнего дня? Эх, почему Рома? Ты так незаметно пришел? Привет, Оль. Я остановился и грустным голосом поприветствовал сестру, плюнулся на кровать. Как твой день прошел? Представляешь, мы сегодня с мамой и папой пошли гулять. Оля не сучит. Ты серьезно? Даже с папой? Серьезно. Папа с работы пораньше вернулся. Странно, почему этого не заметил, его обувь у прихожей. Только мама меня укутала всю, что аж ходить трудно было. Зато тепло. А где сейчас папа? Он помог маме какие-то коробки перетаскать, а потом они уехали в какой-то большой магазин. Большой магазин? Да! Папа, когда проезжал мимо твоей школы, заехал в продуктовый и увидел рекламу большущего магазина. Там все есть! И куклы, и кассеты с мультиками. Папа проезжал мимо моей школы? Как хорошо, что я не прошел мимо Ромы с Бяса, иначе бы отцу рассказали бы моей прогулке. А вот он тогда и он узнал! Мама изначально не хотела ехать, но почему-то передумала. Может, и мы тогда погулять пойдем? Если разрешат. Нет за такого предложения, а то ли я не нашел, что ответить. Ну... Баранки гну. Пожалуйста. Если разрешат. Ну, Антоша. Олины круглые глазенки на двери на зал, так что отказаться на языке не поворачивался. Однако мне осталось после школы, то задавала себе знать. Да вы, блядь, издеваетесь надо мной. Но тут, я так понимаю, ни на что не повлияет. Давайте просто тогда. Блядь, я хуй его знает. Мне кажется, это вот эта прогулка ни на что не повлияет, и вот это тоже ни на что не повлияет. Ну, мы просто узнаем историю от этой, блядь. Или узнаем, блять, хуй его знает. Надо, дайте доиграем до главу, а то скажем. Ну, сейчас будет очень долго гулять, ну давай не согласаться. Извини, Оля, я не могу. Сегодняшний день сильно меня измотал. Может, завтра? Оля нахмурилась. Как всегда ты, Антон. Ну, что сделаешь? Сказала разумная повысная к тонах, Оля нахмурилась все сильнее. Где взгляд на интонации хоть и сильно напоминали мне маму. Оленька, ну ты тоже меня пойми, я же не железный. Оля грустно посмотрела в окно. Но правда, очень хочется на улицу, однако как бы ни хотелось, я не могу, прости, Оля. Оля топнула ногой и ушла к тебе в комнату. Я отдохнул. Ты не пойдешь на компромисс, значит? Ты пойдешь? А, нехер. Только начало понять домашнее задание, мама позвала нас есть. Кое-как хотели последнюю лоску рисовой кассы. Какие глубины с ней варенья, потом все задел чаем. Нихера себе. Вкусно ли так вообще? После этого помог сестренке пояснить, слетел, соответственно, на троек телевизор. Проводился с ним, битяс я принялся делать домашнюю работу. Ебать, это долгое главище. Кстати. В этот раз задания на дом были элементарными. Да для меня, человека не особо понимаете в математике. Однако я уверен, что Бяса сейчас сидит в холодном поту, пытаясь рисовать уравнение. Хотя оно и понятно, думаю, эти иксы и игреки ему никогда в жизни не пригодятся. А пригодятся ли мне? Задумался, я подошел к окну своей комнаты. Керасия. От этого лица, я не перестаю думать о произошедшем со мной в вещах после переезда в этот дом. Перчатка пропавшего мальчика, дикие собаки, милиционеры, девочка в костюме Розалисы, друзья хулиганы, сплетница староста,
и талантливая Полина. Раньше я думал, что городской темп сегодня был слишком быстр и перенасыщен для меня. Я ошибался. Здесь относительно настолько сильнее, что я буквально превратил в настоящий водоворот событий. Хотя те книга. Почему Полина меня так называла? Либо я слишком скучный в общении, либо наоборот, интересный. Зависит от того, какую книгу она имела в виду. Книг много, надеюсь, все-таки интересно. Вздохнул в полной груди и сел на кровать. Пора спать, завтра новый день. Надеюсь, я проведу его с большим пользой для себя. Спокойной ночи. Родители приятных сновидений, Оля, сладких снов, Полина. Два сказка на ночь. Чего-то этой главы, мне кажется, не было. Так, ну все, косочки, все, всем пока. С вами был Игорь Господь, тут еще и название глав, оказывается, меняется. То есть нас сейчас создает что-то поистине странноватое. Все, всех люблю, всех целую, пока, косочки.